Так, а нам куда, Арчер? Да пойдем тут вперед. Нет, в смысле, я надо на какой-то канал перейти или нет? Нет, на команду сел? Где он? Ай. Тебе поможет снимать оружие или что? Нет, забей, пошли. А, я понял, там... О! Сейчас будем за ним. Да, там сидит. Алло. Что? Что за дым? Триггер сработал? Кого-то зажрали. Да я с ними не бегал рядом. Слушайте, нужно им оружие подкинуть, а то гражданских подумают. Thank you.
ты видишь? Зубайки. Куча, блин. А, это уже не наши трассеры. Ну возьми другой стол, лежат. Я его тут нету, блин. Было бы оно. А с наебались антидотами. Мужики, мужики, как, блядь, говорить, что такое? Ебать, это то, что я думаю. Да. Вибрации, блядь, Ну, на TeamSpeak кнопку, на кнопку. Да я не про это, ебаный в рот, я про телефон этот стационарный, он там наверху. Через колесико его найти. Мужики, ебать, просто говорить не могу, автоматом подрубиться. А ну, я не видел кнопку. Ну, он у тебя автоматом как раз вот постоянно активен. Медик никому не нужен? Будем считать, что нет. А чё снаряжение пустое, не вижу. С другой стороны. Блять. Тут там название ещё не было. А может, это зомби крадется? Сука, я вижу другой. Нахера нам инструменты вот эти? Бля, кто-то взял этот гранатомёт, да? Я взял дробовик. Я хотел гранатомёт. Я ни о чём не жалею. Блин, а у меня гранатомет, оказывается, был. Это был, да? Ну, МСМ-9 почему-то валяется в инвентаре, а я его не видел. Проходите. То есть, куда мне карта пропала, что за хуйня? Где еще один? Что там, блядь, гоняешь? Да реально, как дрифтить. Да, блин, не было. Где, кстати, документы лежат? Нужны они нам, нет? Да я скину, бери, коротыш. Такой М79? Да, коротыш, пистолетный. А, блядь, это осветительный. Пацаны, а этот, где для него? Как его, блядь? Антивирус здесь, пацаны. Ну, подствольные гранаты там. Воздушный взрыв, лицо лучше. Антивирус внутри здесь лежит.
Где антивирус? Ну, возьмите по одному. На третьем этаже. Видел? Позвони, там это, дозвон идешь? Я не знаю, там занято в то время. А там реально набираешь номер или что? Проверь. Да. Стоит такой. Стреляет. По нам стреляет. Кому дать антивирус? Да возьми про запас. Давайте, у меня в рюкзаке тогда лежит. Куча таблеток. Да, мне бы тоже. И там, кстати, документы еще лежат. Можешь мыть ее. А что в документах сказано? А я ну, внутри руку. Лежит. Прочитай, что в документах. Да-да-да, в разведданные. Нету карты, где случай. Лишнее. Папа совершенно секретная. Как ее посмотреть? На, вот, лежит. Там номер телефона есть в документах? Да, на брифинге написано. Номер телефона 668-669. Нет, сказал, блин, никто не понимает, занято там. Ну, ты... 669, по-моему. Сбрось трубку, возьми снова. Я сделал. 668 или 669? Я попробую. Короче, у меня украина. Господа, вы тут стали не пройти ни один. Мы им звоним, и они типа не могут. О! Дозвание. Это мужики вы... Давай, что там? Что там говорят? Может, с прохода уйдете, не? Где дети? Там комната есть боковая, знаете, туда. Алло! Че? Алло, здравствуйте, а можно, пожалуйста, такси? Да, подожди, я слушаю. На перекрёсток, значит, Красного, Ленина. А, идите, где антидоты? Вышли, конечно. Я фонарик говорю. Что хочет смертным поговорить? Иди, что смертным чего, как кнопку? Папа совершенно секретно разведет. А, стоп. Она пришел. Вон туда, в комнату заходи, там ящик. Ну просто мы подняли разведдокументы и никак не можем дочитать. Ну все, значит. Три штуки хватит. Там таблетки каждый три месяца принимаешь. А. Не обернуться. Ну, три штуки хватит. Если что, у нас понятно. Заработали нет? Нет, вроде. Ну давай, давай. Это кого-то звонит? Строго на запад, флайеры. Какого звонил? Да Лерка. Ничего не. Чем потом перезвон. Да, второй номер где-то. А? Знаешь, кто второй номер где-то? Да. На вышку вьетнамцы стоит, да? Ну, те, они пытаются дозвониться, вьетнамцы. Я хочу наверх. Ну, это пилот. На огонек, да. Сказал же, слиться на костерке. Чего? Кто? Кто такие страшные сумки? Так, ну все, идем к вертолету. Алло! Ох, там кто-то свалился. Ой, ебать, у меня трубка вместо телефона. Вместо рации постоянно. Если что, в рюкзаке у Карла есть видео. Ага, один раз. Нахуй ты по мне стреляешь, ляп, я прям в лицо летит, слышь. Прям в лицо я сейчас поймаю. Горы по нам работают. Блядь, а, как... Что, скрываемся, собираемся, у башни сейчас пойдем туда. А, выхожу. 182, 4. Да, вот он видно. Так, 182, 4, это что, это нам? А, все понял. Эти... Я с тобой не вернусь. Топоры, там вся фигня не нужна. Я не думал, что ты захочешь там прямо в мили мериться. Ну что, погнали? Не, хуйня, с ним нельзя драться, они, все короче, они машины швыряют. Арчер, ты где? Иду. Двигаемся примерно 340, прям под гору. Блять, это подписчики.
подписчики на 320. Дохуя. Стреляй. Не хочу. Я могу с РПГшки по ним ударить. Я гранату у них покидал. На разрывах. Бля, вообще похуй. Как сыграл с пистолетом? А они без башки, они все без башки. Че, как на пистолете? С пистолетного гранатомета как стрелять? Таблеточки есть у кого-нибудь? Я чекаю сам себе, но походу я заразился. Спидозно. Да, я заражен. У меня таблетки. Смитсон, я таблеточку могу дать. Еще раз. Но у меня есть свои. Сзади! Сзади!
теле, блин. Ну так на них сейчас бежит, ты посмотри, какая толпа. Не, ну они справятся. 20 метров справятся. Ты чё красным не спаунил зомби? А? Чё красным не спаунил зомби? Ну, просто мы, видимо, по маршруту такому пошли. То есть ты не спавнится, видишь? То есть мы идем и... Я полный, все спавнится. Не-не-не-не-не. У них точки спавны, и когда ты к ним подходишь, они триггер срабатывают и не спавнятся. То есть красные просто на парочку точек, видимо, не наступили. Подожди, интересно, кстати, у синих почти полностью автоматическая жара уже? Ну нет, там, может, мосинки-то у кого-то были. В смысле, у синих мосинки, да? Ебать, они меня жрут. Блять, красные что-то это переоценили свои возможности. Не мой барбос каким-то хером лазит. По камням. Нормально лазит спиной вперед. Ты напиши им, чтобы они поднимались просто по горе, вот где Гостович и... Потому что они что-то знают. Не, они дальше не залезут. И, наверное, стелс или автокубка. Наблюдает картину классную. Там еще группа заспавнилась в спине Уайлдс. О, воина, воину хана. Ну, Марксмана, пизда, ты смотри, отсюда. Лежит как... Хилец, не подозревает. Они Марксман уже за своего сканал попал. Они все безголовые. Просто Марксман написал. Они прям рядом с ним стоят, смотрят даже не видно. Гавни сейчас, конечно, скример будет, если он дремется. Да, я там чё-то висит. Ну из него сейчас зомби вылезет. Сожрали воины. Сейчас из Убера собираю. А я сижу еще один зомби. А эти зомби бесконечно спавнятся? Да. Не угрожают себе? Убийца с Митцем. В смысле? Меня тоже свой убил, ничего не знаю. Да. Убийца неизвестен. Блядь, что за скалолазы, куда они нахуй лезут? Подожди, а как я тебя убил, воин? Возможно, ты стал этим зомби и скучал. Не, там зомби другой рисуется, не с моим именем. Меня сожрали. Они подвесно скалом залезли, они ебанутые! Удаляй паркур. А чё, а у красных не спавнятся эти? Ну, там триггеры, видимо, спавнились, да, но там триггеры, видимо, не все были задеты. Меня Карл Маркс... У вас, видите, вы... А, вот заспавнились, кстати. Память, да? На дороге. О... Смитсом, извини. Я там уже, в принципе, был полутруп, так что нормально. Так что я просто в толпу гранату кинул, кому повезло. Там Форд втихаря прибежал с хвостом у зомбарей, как бы, да. Я обирачусь, что на меня трое бегут, им пизда. Вон ну... Афганур уже без ног идет. Ну да, ног, кстати, как-то. А сколько я тут лечился, блин, как они меня вынюхали, блин. Так они прям за тобой. Не за тебя стояли, да. А. В 2-3 метрах. Ну я просто тоже похож на большую жизнь. Это Афганур с Эрвином? По-моему, если им функцию отключить с носа башки, то FPS станет больше. Что, ну, дробовик не рабочая тема в таком месте. Только прям в упор в тушу, если всадить. Синих оставился только... Да, слушай, первый раз в этом месте круто играть. Вообще атмосферно. Типа... Я вначале подумал, то, что это просто стелс не умеет миски делать такой, когда он какую-то херню сделал, потом понял, что это все так, типа, скрин. Для эффекта неожиданности, да, все сделано? Для дефекта неожиданности, да. Вот именно, дефектно. Я представляю, кто первый шел, когда зомби внизу заорали, там чуть не обосрались такие мопли, блядь. Ну, у нас все кричали, например. И бегали, орали, стреляли. Кто там жал? Мы как-то спокойнее перенесли первый контакт. А вот сейчас просто люто. Я просто как-то не подумал, что их будет больше. Хотя... Что произошло?
хотел набрать, сожрали, чё. Кто тебя убил? Меня взорвало что-то. А, мина, наверное, какая-нибудь. Нихуя себе. Здорово. Гостыч, ты в курсе? Я пытался тебя телепортировать к своим, но ты входил в анимацию паркура, и мой телепорт сбивался, понимаешь? И ты залез благодаря этому. И я залез. Да, да, да. Бля, и опять спавнятся эти пидоры. А почему я взорвался? Только этот вопрос. Там реально мины стоят? Да, ну, или кто-то грену бросил. Пиздец. Да нет, не грена. Скорее всего, тебя сверху кинули. Пилоты гранат. Вообще охуят. Не, далеко слишком, ты чё? Ну там 89 есть. Не, она что-то... прям ровно на мне, нет, это мина была. Красных тоже жрать сейчас будут, смотрю. Думаешь, они не могут точно кинуть гранат? Уверен. Ну так ты и умер из-за уверенности. Ну это мина. Блин. Я М79 за спиной обнаружил только когда мы к башне подошли. Че синие? Мы М79 как-то не учились. Подожди, а че синие так сильно поделились? Что произошло? Они сразу спавнились. Синие бежали двумя группами, и парочка рандомчиков. Парочка рандомчиков выжила, группы умерли. Вопрос, чем кончится? Ну не факт, что они выжили. Там один инвалид, а другой... Причем Эрон вообще оказался между двух топ-зомби и уцелел. Трёх. А, вон, посмотрите на Рапчера, посмотрите на Рапчера с ним барбосом. Они не могут пройти к нему, кстати. Лол. А, хитрец какой. А где Рапчер? Залез, это геймер. Так, а у синих что-то происходит? Чечня, пиздец. Посмотри просто на количество трупов со стороны синих и со стороны красных. Все поймешь, кто попал в говно. Так главное, а мы вообще могли просочиться сквозь них по-тихому или нет? Могли. Ну, у них есть какое-то условие на заметность. Ну, как его соблюсти, хуй его знает. Стелс-пехот типа включили бы. А ты в приседе должен идти был. Не, ну я рядом с ними лечился, не то, знаю, что они вообще, как... им на любые гранаты вообще похую просто. Да. Не, от горчичного газа они там что-то покашляли. Я в толпу, когда кинул их, раскидал, а не знаю, убил, нет. Ну, когда вот один остался. Что-то хрустит. Красные через дверь. Да, что-то похрустывает. Красные. Что за звуки странные? Не, ну два рандомщика просто, они правильно взяли пулеметы и все. Ну это зомбари там рисуются с таким звуком. Человеческая многоножка ползет какая-то. Вот они передают, да. Кашляет как чувак. Да он с бедорака умрет уже. Мы все таблетки понапиздили. После меня этот зомби, который меня загрыз, короче, он бегал в мостике вообще, короче. Умер. Афганава умер. Да? Меня укусили, да. Он сейчас встанет, интересно? Да, через 30 секунд за зелого трупа появится. Да? Да. Меня, походу, не укусили, а откусили. А я могу за зомби бегать? Кнопка залипоковаться, все. Нет, если бы было прикольно, конечно, если ты умер, распавнился как зомбарь, но да. Пока мы не готовы. Если сейчас Эрон будет долго лутать товарищ, то товарищ там может посмотреть в ответ. О, пойдем. Опа, здорово, блядь. Где? Фу, пизда, Эрон. Да что ты? На кого смотри? Да, уже поздно. Все, это ПТСД. Чего? Теперь он никогда не пройдет к Афганору. Посмотри на бота, который бежит за Эроном. Бля, вы бы хотя бы заражение выключили. Да, бля. А где голова? Без этого ж неинтересно. Блять, их и так дохуя, патронов тратится миллион, и типа неинтересно. Вот то, что вот сейчас у нас осталось, блядь, 3 человека, это, ну, нормально. Нормально, да? Ты чё, блядь, такой экшен? Один человек. А, ну хуй на один человек, может, ну, красные просто, посмотри на количество трупов зомби, как бы, если всё поймёшь. Во, для красных. Красные, скорее всего, не просто, ну, везучие суки. Слушай, Уэрон что-то капает, по-моему, ему плохо. Слушай, они будет ход по камням, это как... А вон, смотри, Бисмарк сзади ползет, сейчас он... Чего, зомби ещё не придумали?
Опа, опа, сейчас на камни опять они залезть не смогут. Ну все, это гейм. Ты смотри, Эрон как бы это втопил наверх, короче. Когда Биркса внизу залезал, он втопил обычно. Абуз камней, абуз камней. А вы телепорт? Бан. Бан? Да, вот да. 1600 отлетает со своим эквивалентом, отлетает в бан. Да, и условности не было, так что... А на ходу придумаем. Да? Да. А еще условность, давайте, не будет автоматического огня сейчас. На 5 минут. Жесть, там Богдан спевает, блин. У вас кончились боеприпасы. Да, да, да. Патрошки отцепили. Давай условность. Давай. ТФ Леон там один остался. А, красный, я смотрю, за ним, за ним обещали вернуться. А он тает. Притворился кустом и лежит. Слушай, а кто синий пушит? А, он ждет выход с локации. А, Ганнор умер, остался Эрон. Да, 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 я ждал. Ты чё, там у Эрона сейчас такой этот был высыпан. Да, меня зомби цапнул, я типа съел антират и думал, ну все, заебись, а потом хоба и опять... Потом через шприц заебись, там, блядь, какие же 3 минуты надо принимать. А антират в коре? Кнопка залип. Ну, там были... На голове. На вышках были эти антираты. Там антираты были, но их немного было. Я их не набрал, но я еблан просто. Таблетки каждые 3 минуты надо было пожрать шприц. Ну я понял, у нас были только одни туплецки. Ты бы хотя бы... А ну, нет, шприцы были. Но ты, скорее всего, поздно подошел. Да нет, я самый первый подошел. Просто я говорю, я еблану, я вообще ничего не взял. Но у нас в ящике было только два шприца, кстати, по-моему. А я один себе яв сам дарил сразу. И сдох. Гениально. Ну, такое не часто будет, но... Ну, видишь, вакцинироваться человека не заставишь. Это сейчас недоверие полное. Самое главное, что всех ботов не засчитало как фраги или как тимкилы. Понимаю. А то там в ставке было бы весело, блядь, 20 убийств, 700 тимкил. О, сейчас начнется перестрелка, поехали. Да, да, да. О, стелс увидел. Нет, стелс услышал. Он увидел. Он слышит тоже. Он не слышит. Блин, спивак тоже сдох. Уже так же, как и я. Я так и не понял, а чего? Типа, они друг друга не видят. Тебя заразило. Но я вроде принимал пилюлю, чем... Ну, там каждый день. Пилюли каждые 3 минуты. Ты выйдешь как зомби. Шариф сейчас тоже убьют, я так понимаю, свои. А вон зомби лезет. Там начали взрывчатку подрывать, походу, все которые понаставили. Леон, ну как так? Леон еще живой. Заболит голову мы. У них грим, я смотрю. Сейчас грим полезет. Гранат от шарифа. Мимо нахуй. Я ж так правильно понимаю, грин зомби дымова. Дыма. Короче, твои слова, так грин забираю. На нахуй. Чё? Упал, попал. Ну вообще зомбари должны засчитаться. Мушкетная дуэль проиграла. Нет, они не засчитались. Они могут, конечно, не кончилось. Они могут в окапе засчитаться. Потому что они, скорее всего, засчитаются. Хотя, если зеленая сторона для всех, хотя нет. Ну это искусственный интеллект, я думаю, что ВМТ просто не считается. Заложники считались. Мне заложники считало. А, ну тогда походу реально сейчас всех. Ну тогда все статисты будут. Да, все статисты. Единственный шанс лота пофрагать, ну и тут умер от зомби, да? О, шарик мешает. А, зачем мы протестировали? Это ошибка была, прям туда его типа. Зини, я хотел прям к стелс заник шриф, но. Пошли не так. Два тимкила с двух сторон. А Мерон с норм, типа как медведь, он, блядь, в машине сидит горячий. Машина нет, не соблюдается условия. А, пизда, он сейчас их убьет. Эрон здесь? Он грин уже рычит. Извиняюсь. Вот ты заспавим с зомби лучше, бля, ты. Да. Я туда нагнул. О, там канал, хочешь? Стелс вырубил. Только вот ты почти падаешь, превращаешься, я в трупе у чела нахожу антивирусный таблет. Пизда, они были в говно. Че? Они были у зомби было? Нет, у чела, который там умер, понимаешь? Блять, я сори, не мой барбос, я на инстинкте. На инстинкте, просто в жопу. Я ему скажу, что он был заражен, да и все. Сука! Голову, кто тебя убил? Меня убил союзник. Понимаю, блять. Бля, вы еще шутите?
Ну, он без сананки был, ему простительно. Так, я тоже намекну, через сколько трупов живые люди сидят. Передо мной Богдан Смирков. А что намекать-то? Там мы всю жизнь стреляли с этой горы, давно было известно. Не, не, не интересно. Ну, если причин либо было написано то, что пилоты на горе. А мужики, вот что вы такие недовольные? Через сколько трупов? Кого? Мы с тобой на одной стороне, мы шли всю дорогу обсуждать, что там люди стреляли. Я не тебя спрашиваю, я с ним говорю. Кто писал, кстати, эти все? Си не знает то, что там люди стояли еще. Ну, так я говорю, а мы не знали. Поэтому я думал, что это какой-то бот. А я по нам стреляли. Ну да, я думал, что это тоже бот, как зомби. А почему ты так думал? Мы всю дорогу шли обсуждать. А, это синие, которые же были наверху, да? Да, да. Это пилоты разбитого вертолета. Погоди, не встают трупы, которых просто пристрелили же? Да, просто пристрелили, не встают, надо быть инфицирован. Ага. И, скорее всего, здесь никто не заражен. Встал, что ли, сзади кто-то? Ну, один был. Куда все синие делись? Их зомби съели? Они умерли, да. Ты посмотри карту на трупы и пойми, что не все пидоры ходили по камням. У нас тоже не было. Ну, я так скажу. Мы пошли за камням, потому что какой-то дурак, блядь, написал, что вы идете не так, блядь, обходите справа, блядь. Когда мы шли бы по дороге, в итоге пришли бы туда. Какой-то... Ну, вне, вряд ли. Мы туда пришли, вы дальше. Нет, мы дальше шли бы по дороге и поднялись. Гоп, но там обращения были к Мерансу, обращения были вообще к другим людям. Президент. Да ты пиши кому тогда, блядь. Замполит идет, смотрите, сейчас будет. Сейчас будет замполит биться. Лер, мы идем по дороге. Ну, стреляй. Ну, что он делает? Так. Бля, госсочетаешь, что? Бля, я замполит дал все магазины для ППШ, давай, замполит. Сейчас что-то будет. У меня барабаны. Барабаны. Тейлс, нет. Ну, а буз с камнями — это гейство, я сразу скажу. Мы... Да нет, до этого два человека, рэпчер и еще кто-то, просто встали и расстреливали около там 10-15 зомби, которые просто стояли, на них смотрели. Так, не надо, подождите. Бля, что было, чем стрелять? А замполит глухой, да? Еще не свои. Ух, ебать. Там же зомбак шел, сорян. Вот да, нахера ты. Friendly Fire это хера. Все, что, конец? Да, вот теперь все. Зомбаков ему туда накидать. Прям портануть, прям ухудшить. Да, давай. Бомбу. Я не могу телепортировать зомби. Ну его к зомби. Значит, его к зомби. Давай. Не может. Я не могу это сделать. На камеру нельзя? Слабые все. Мы все, давай мы глаза все закроем, а ты типа вот тэпнешь, и вы потом откроете, когда он умер. Как будто он туда добежал. А, типа он сам туда добежал. Блять, кто-то Эрону телепортировал, я его уебал, да? Да. Так вот, руби... Все синие сдохли от зомбаков? Ну, почти. Ну, кроме меня. Кроме Эрона. Я бы тоже дожил, если бы, блять, меня не цапал. Госточ, ты опять залип. А! Че ж ты не молчишь? На ДС, блять, но это крутой экспириенс был такой. Ну это было круто, да. Мешался в геймплее опять. Встать.